На улицах Щелково массово останавливают женщин за рулем. Но не для проверки документов. Дамам дарят цветы. Добрый день. Здравствуйте. 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 Полиция Горбунов. 28 марта хотели бы вас поздравить. В преддверии прекрасного Международного женского дня сотрудники госавтоинспекции МУМВД России Щелковская провели акцию «Автоледи». Милым дамам вручили цветы и световозвращающие элементы. И, конечно же, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. От лица госавтоинспекции, от себя лично, хочу поздравить вас с приближающимся праздником весны. Примите самые искренние пожелания здоровья, во-первых, это самое главное, отличного весеннего настроения. Пусть вашу жизнь всегда окружают цветы и отличное настроение, а дороги пусть будут всегда добрыми и безопасными.